А чё? Давай еще одну серию, думаю, для обзора вполне хватит. Так, ага. Технологии очка 2. Значит. Релей не уверен, денег-то мало постоянно. Защитные пушки. Щит ядра. Нет, взрывная волна. А, нет. Быстрая починка это улучшение, увеличит скорость автоматического вашего корабля. И, ну чё, арту попробуем воткнуть. Или что еще здесь можно полезного-то впендюрить? Я даже не знаю, слушай. Ну, арту сделаем. Чё, что ты поделаешь, что? В принципе, да, мы можем попробовать здания поразрушать, дороги поперекрывать. Может, так и сделать? Мосты, да, я повзрываю с большим удовольствием. Ладно, давай посмотрим. The X-Morph have landed in Berlin. They're trying to take control over all of Europe. We can't let this happen. After the failure in Great Britain, the British have placed the remainder of their air force under my command. I've already called in heavy bomber support, but it's going to take some time before it arrives. We have to react quickly. I'm sending in a large number of fast attack vehicles against the X-Morph Corps. Warning. A large number of enemy vehicles is quickly moving in on our location. Block their paths to gain more time to destroy them. Так, здесь у нас что? Здесь они хорошо идут. Если ты их заблокируешь вообще. Так, ну здесь они пойдут, к примеру. Такой удобный. Можем их пустить вот так вот вообще по свету. То есть вот так поставить пушку. И вот так сделать. Все. Потом здесь делать. А, мы можем сделать вот так, чтобы они шли. Отлично, сейчас так и сделаем. Все. Они здесь обидели. По поводу моста. Они соединились и пошли вот так вот, да? Ну, можно вот здесь вот, конечно, им сделать, чтобы они вот через этот мост шли. Вот так вот ко мне. Через одну старательно линию. Давай так и сделаем, что ли? В принципе, можно. Будут ли эти башни обстреливать вот этих вот? Вот в чем вопрос. Так, сейчас они поменяли свою рекомендацировку. Ладно, давай посмотрим сначала, что у нас получается. О, арту нам поставили. А, неплохо. Air support ready. We've got your back. Over. Hmm.
fighters in the zone, attacking the aliens. Rapid response units have been destroyed. I'm sending in a tank assault force. Tank unit reporting. Active armor protection enabled. We'll get past enemy artillery. This is what these tanks were made for. Warning. Enemy tanks can block our artillery projectiles. Build more artillery towers to overwhelm them or destroy them yourself. Попросту из тебя ж поражаюсь. Да, а бабки там нигде достать, на? More artillery. The Exmorph destroyed our initial attack wave. Heavy attack units aren't ready for a counter-strike yet, but the aliens haven't had time to build up their defenses either. Continue the attack with regular tank units and light vehicle support. Impossible. Impossible. А хорошо здесь берет, здесь тоже относительно, но я не знаю, хватит ли мне трех. Построить-то не можем. Больше автомобилей. Киси, бляха, умная, аж до упора. Потом еще ПВО построй, да? Штук 200. Ай. О, там блох попёрло. Rapid response units have been destroyed. Полонская блоха. I'm sending in a tank assault force. Gunships attacking the alien. Да, надо ПВО ставить. Желательно бы. Так эти черти сюда все-таки доходят, да? Ломись.
хотя бы одно ПВО поставить, а то мне это машкара просто задолбала уже. Our units are being massacred by the aliens. We're changing our tactics. We'll try to destroy their defenses. I'm calling in mobile artillery. Что? Ready to attack alien structures. Watch out for enemy artillery attacks. Basic towers do not have enough range to destroy artillery units. Defend them yourself or upgrade your... Стреля есть. Warning. A large number of enemy artillery assets is incoming. It is recommended to place artillery towers at the front to protect other towers. Артиллерия есть, здесь артиллерии у меня нет, будем присматривать за этим местом. Mobile artillery team ready to enter mission zone. Gunships attacking the alien. Да, ребята, сразу-то. О, еще тут размещу, чтобы мне не мешали. Достали. Все, она готова, ПВОшка. Блин, они хорошо выживают тут ПВО, я тебе скажу. Зачет. The aliens have repelled our attack. I'm sending in more artillery with repair unit support. Что артиллерия-то? Он совсем там рехнулся. Вот эта вот дорога не нравится. Так, пока у меня одно ПВО. Потому что он выслал больше артиллерии, толк-то будет или нет, вот это интересно. Air support attacking aliens. Tower is under attack. Tower is under attack.
твоих подприкроем. Чисто на отхил. Have reinforced their defenses with artillery towers, but we've got an answer to this. Bulldog tanks can withstand artillery fire and will pave a way to the alien core. If they can't break through, then we might have to sacrifice the city and call in the prototype Jaguar Type S tank. Так, походу он разозлился. Very resilient enemy units incoming. Build up more defenses along their estimated path. Уже понял, так без тебя. Super heavy bulldog tanks reporting on the battlefield. Ну, здесь они выдержат. Alien fire and head straight for the core. Куда они именно пойдут? Air support ready. We've got your back. Over. Не волся. Мы их должны одолеть вроде как. Air support attacking aliens. Super heavy bulldog tanks weren't able to destroy the X-Morph core. Fortunately, the reinforcements from Britain are finally here. We're going to squash the aliens with German tanks and blow them to hell with British bombers.
Prepare our forces for a joint air and ground full frontal assault against the X-Morph Corps. Сомневался. Кто бы сомневался? Так, здесь они пойдут. Вот так вот, да? Так, мне бы еще здесь, наверное, поставить ПВОху. В принципе, три ПВОшки должно хватить. Я около базы думал еще одну воткнуть. У нас здесь еще беда, да? Здесь ПВОшка одна стоит. Ладно. En route to release payload and alien structures. Понимаем, что из этого получится. Здесь вроде мелкие, здесь тяжелые. Здесь еще обычные прикроют, помимо всего прочего. Чего? Ground forces are joining the mass attack on the X-Morph base. Да ладно вам. Impossible. Air support attacking aliens. Не ожидал я такого прикола. Если честно, от бомберов, что они здесь попрутся аж так. Разрушили довольно много мне важных точек. Можно тут как-нибудь передышку взять. Да, хорошо, я тут срал. Пец. Не, все, я срал. Люди меня одолели. Это просто невозможно. Не, ну очень прикольно, я скажу.
Да, слушай. Мясо, конечно, крутое, слушай. Вот это тема. Ладно, я закончу. Обзор сделаю. Ну, обалденная народ игрушка. Всем удачи. Всем пока.